Это флан. Это флан. Что-то такое, как пудинг. Как рисовый пудинг. Не могу понять, с чего он. Может, у меня лучше получится, чем с сыром. Ну, это что-то молочное. Ну, это сливки. Такое пудинговое, в таком, как не карамели, а скорее жжёном сахаре. Такое воздушное, да? Ну, прям... Вкусно. Не слишком сладко. Не очень сладко, вообще не сладко. Ну, как бы оно чуть-чуть сладкое. Мне кажется, даже оно больше сладкое из-за вот этой вот коричневой поливки сверху. Топинга. А это знаешь, что это может быть? Это кленовый сироп, может быть? Это жжёный сахар. Жжёный сахар? Очень вот... Он холодненький, самое главное. И в такой жаркий день... Это любой день в Испании. Да, прям отлично освежает, то есть, ну, не жирно, не тяжело. Очень вкусно.